Коллеги, совсем недавно решением совета было принято решение о введении в городе платных парковок в Уфе. Планировалось, что появятся они с 1 июня в центральной части города. И вот совсем недавно в администрацию Уфы поступило обращение от совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества с просьбой повременить с данным решением в связи с непростыми экономическими, значит, санкциями, ситуациями и так далее. И я, безусловно, это предложение поддерживаю. В этом году платных парковок мы вводить в городе не будем.